Броневенеция, доброе утро, друзья. Удивительная картина. Едем из Страшен. И вот здесь, видите, такой канал. И самое интересное показываю. И вдруг смотрим, в камыше стоит машина с румынскими номерами. Мерседес. Вышли водители, все смотрят, как он туда попал. А вот как. Ехал оттуда со стороны рынка на большой скорости, пролетел через этот канал. Вот, видите, лед разбитый. Да? И вот он очутился. Вот показываю вам. Это на какой скорости он летел, перелетел через этот канал, видите, да? И очутился в камышах. Сейчас показываю поближе. Вот. Видите, да? Румынскими номерами Мерседес. Не перевернулся, не залетел в воду. Ничего. Перелетел через этот канал. Вот он. Вот канал, чтобы вы видели. Вот канал. А вот дорога. Вот дорога. Вот он оттуда перелетел. И прямо... Это на какой скорости он ехал? Вы знаете, вот он перелетел. Сегодня утро. Даже не знаю, когда. Наверное, ночью. Поскочил. То есть, надо, это же он не залетел носом, а смотри, на какой скорости он пролетел. В общем, вот так. Вот такие чудеса бывают.